Один из методов там, представь, будто в сердце у тебя доброта. Представь, будто это огонь. Представь, будто этот огонь идет в землю, смешивается с землей. Представь, будто это идет в небо, смешивается с энергией космоса. Представь, будто это из тебя выходит после этого. Ты туда ставишь программу, пусть ребенок будет здоров. Представляешь, там золотым. Когда человек вот таким образом проникает в другого человека и наполняет его, то он должен знать, разный цвет энергии по-разному влияет. Так если золотом наполнять, то обострятся заболевания, связанные с правой стороной. Выделение желчи, воспаление печени может ухудшить состояние, также может перейти все в гиперфункцию, бессонница, воспалительные процессы вены. А если белым могут начаться панические атаки, депрессивные эпизоды, нервная система может, также у человека может произойти ухудшение кожи, по принципу засыхания, перхоть, волосы могут высыпаться. А если зеленым позвоночник вылечится, но могут быть заболевания, связанные с селезенкой, иммунитетом, носоглотка начнет болеть. Если фиолетовым, половые органы полечите, психические заболевания. А если черным, гипертония исчезнет, зато мочеиспускание станет хуже и так далее. Это не гыплы-мыплы, это такая эзотерическая медицина, которую нужно изучать.